подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена. Thank you.
победа в войне. Это ликование и скорбь. Время их не приглушает. А мы с вами должны эту память о самой страшной войне, которая коснулась каждой семьи, передавать из поколения в поколение. День Победы всегда был и остается особенным праздником для любого человека, живущего в нашей стране. И сегодня мы, молодежь Оренбуржья, в честь этого великого праздника исполняем вальс Победы! Весна 45-го года, как ждал тебя синий Дунай, народом Европы свободу придет жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старый глав. Достали из раненой битвы гармонию, вальс русский играл на солдат. Помним Вена, помним Оренбург. Продолжить и приумножить славные традиции старшего поколения.